МВД России провело конкурс видеороликов антиэкстремистской тематики. На него было представлено более 300 работ. В финале оказались 11. Лучшие ролики отбирали путем интернет-голосования. В конкурсе участвовал и отдел информации и общественных связей УМВД по Владимирской области. Наши полицейские сделали ролик в виде известной компьютерной игры и назвали его «Экстремизм не пройдет». Старания увенчались успехом. Этот ролик Министерство внутренних дел признало как один из самых креативных. Thank you.